Надо только роспуск еще поставить. Не могу найти длинный роспуск. А, смотря на чем ты, на некоторых из строковых нету. Скорее всего, на кразе нету его. Сейчас, получается, длинный у нас есть на МЗКТ только. А, не. Подожди, Фоксман нашел, видать. Фоксман, у тебя длинный роспуск? Да. А, ну смотри, он Алекс. Фоксман нашел на 260-м. Так, куда я хоть поехал? На недельку. Фоксман, ты не так поехал. Разворачивайся. Я заправиться. Так, ну сейчас-то попробую найти уже его. Просто у меня дофига прицепов, но половина нестандартная. Ну, понятно, моды. Чё-то подлагивает в некоторых местах карта. Но это либо она прогружается, либо у меня видюха просто загружена и все. Все очень просто. Ну, ты себе поставил, но не знаю, видно его, не видно. Роспуск мой. Ну, я на Фоксман, там у него спросишь. Он там на заправке, по-моему. Нет, я уже дальше. Ты ж уже развернулся? Ну, подожди, посмотри, видно или нет, чтобы потом уже знать. Точка погрузки там хоть автоматическая? Да. Да. Не, ну можно и самим погружаться, там эти стоят, вот эти вот... Бревна. Как их там правильно называют? Лесопилка. Блин, так, не люблю, но есть из модераторов чай там забанить надо одного. Блин, капец, на руле, без руля его это самое неудобное, я уже не привык. Сейчас на клаве играю. Капец. Так что ты Фоксман? Да я его убирал, когда карту строил, и поэтому не поставил. Не успел, пока приехал. Сразу все надо начинать. Садил. Да нормально, нормально. Там так и должно быть. Это фишка карты. Деревья в мосту. Этом явно поучаствовал Мистерио. Ой. А грязь Телос. Надо было мазом это дерево вырвать. Мы не раз хотели так это вырвать, только врезаться быстро в него. Так кого-то из нас какая-то пружина откинула в речку и все. На этом все закончилось. Да что за хрень, я не могу на мост заехать. Привет, Георгий. Все, наконец-то. Я не знаю, сколько у меня влазит в роспуск. Надеюсь, что-то туда влезет хотя бы. Ну, если у тебя длинный, то 6, маленький, 4. Вдруг повезет, вдруг 8 будет. Хотя вряд ли. Мечты, да? Ну, 8 у нас только... Я видел на этом самом, на КамАЗе Мустанге. Там 2 бортовых ставишь, и все. И 8 везешь. Кто-то на лесоповале есть? Есть. Давай, загружайся, я тебя пока подожду, потом загружусь. Кстати, мой прицеп никто не видел, да, есть он или нет? Ну, не знаю, там Фоксман рядом где-то был. Если он смотрел, разве что. Сейчас посмотрю. Это ты стоишь, да? Как вот тут можно, ну? Я ничего не вижу. А, понял. Значит, самодовик какой-то. Ой, как я не люблю ночь в этом спринтайресе. Да ничего, скоро уже день. Время. А, пока время еще. Час ночи только. Час. Не, никак, Стас. Да роспуск тупит. Ох, блин. Так. Я сейчас попробую подальше отъехать от него. Вон, хоть чуть как-то.
Ну, если что, там тогда дистанцию держите от меня. Угу. Ой, улетишь. Я уже врезался. Это сюда налево, что ли? С этим прицепом сюда я не заеду даже, с этим распуском. Как меня бесит, расположите свой грузовик правильно, или прицеп. Наконец-то. Так, теперь бы мне как-то развернуться здесь, вот это бы не мешало. Оу, конечно. Слушайте, так тут можно пинкам, наверное, проскочить. Или плохая идея? Попробуй. Опять Стас придется Стасу удочку доставать. Которая не работает. Работает, все работает, ребята. Только я пару гаек не закрутил, забыл совсем собой. Думаешь, ты их сейчас закрутил? Да, 100%. Я еду, ты погружался, погрузился. Сейчас я куда-нибудь съеду в лесок. По грибы. Так, ну прицеп я убрал. Алекс, только мухомору не собирай. Чё? Мухомору невкусная. Мне вообще совсем. Стас-то знает уже. Галлюцинации будет. Так, прям они объехали, да? 60-й взял. Только сюда направо. Ну, Фокс, он прямо поехал, смотри, он выехал. Не знаю, как там, конечно, прямо, но попробуй. Сейчас тогда, чтобы тебе не мешать. Я пока выеду. Подожди, подожди, у меня прицеп там еще не проехал тебя. Все. Да я жду пока. О, я, получается, Стас, ты еще не на левую пилораму едешь? Нет, я на верхнюю еду. На самом деле. Там, где гараж только. Да, ну там, где заправка, чуть выше тут. Я понял. Ну я поэтому уже пути первую пилораму туда забью. Ну не забью, точнее, 4 очка туда выгружу. Что-то я не подумал там на заправку сразу заехать. Какой-то в смысле там 6 здесь? Очков? 6 очков. Я 6 очков, это слева. А, ты 6. Ну ты-то 6, а я 4 вижу. Везу. Так, куда нам здесь? Налево. И по прямой. Что там, Стас, дорога нормальная? Ехать можно? Полет нормальный, да. Дорога ужасная, но ехать можно. Ехать можно. Говорит, дорога нормальная, стрижу здесь. Так, как бы не перевернуться. Ага. Так, а на какую тогда ехать? Ёпта. Да бери Алекс любую, да и все. Где посвободней. Я тогда через гараж поеду. На пилораму, которая там возле гаража нижнего. Это у меня топлива которой... нету. Угу. Я туда тоже еду, туда. Там, в принципе, их две. Ну да. Просто у меня топлива, наверное, хватит туда до гаража, и нужно будет заправиться. А, так это бревна валяются. Блин, мне показалось, огород, какие-то грядки здесь. Боялся не задавить, да? Думаю, растет тут у кого-то. Помидорки, да? Нифига себе, они качаются еще. Сейчас ты видишь здесь дорогу и офигеешь. А, это Фоксман едет, да, на 260. А там... Я почти прилег. Ну, на я не сомневался. Сейчас, мне кажется, я уже прилягу отдохнуть ненадолго. Так, ребята, этого не надо, пожалуйста. Не это надо. Там налево, да, туда, в сторону гаража, что ли? Вы там решили прилечь. Ну, Фоксман уже рядом с тобой где-то. Почти прилег. Ты сейчас буквально выйдешь, там за поворотом он прилег. А я чуть дальше могу прилечь. Да мне главное хотя бы выехать отсюда. А, точно, там же эта дорога конченая. Я же катался в УАЗике. Да. Я уже забыл. Ну что, он мазал много? На крайняк на мазах поедем. О, я вижу, куда там бревна вылетают.
То Фоксман собирает их. Бегает по грядкам. Капец, кто это строил? Ты мне знаешь, напоминает реально карту. Хоп! Опа! Ай-я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 й-
там за игры? Кого-то жопу цепануть. Да-да-да. Я надеюсь, у нас все получится. Очень долго мучиться. Получится. Что-то у меня крестик уже возле тачки почти. О, получилось, а? О, тихо-тихо-тихо, куда ты? Давай сюда. Подожди, я ж тебя еще не отцепил, ты уже поехал. А ты будешь балансировщиком. А чё по дороге, чё ты с края не поехал? Как нормальные люди. Только хардкор. О, вот это хардкор. Чё, еще раз что ли? Понравилось? Да, хелп. Короче, мы с тобой поменялись удочками. Благодарю. Стас, тебе удочку забрали. Ну, блин, а вот... Вот оставь на пару минут, всё, заберут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, тихо. Да тут ехать смело можно, чё ты боишься? Детский лес. Смело ехать, а потом за жопу придется брать кого-то. Ну не меня же. Ты что, у меня обалденная луна? Ой, блин, об дерево ударился. Сюда графа, конечно. Тебе показалось. Тут нет луны. У меня есть луна. Посмотришь даже потом, если захочешь стрим. Я себе графику установил, мне текстуры яркие. Ну, ярче становятся. Сейчас что там, Фоксман? Ой-ой-ой, лежит, смотрите, за Фоксманом. И лёг. Все. Спокойной ночи, Фоксман. Перевернул, да, все? Help. Please. Ну все, он лежит. Но у него бревна еще не высыпались. Я их не надоело там. Третий раз уже переворачивается. Фоксман, как так? А мне нравится, когда меня только в ютубере переворачивают. За жопу, да? Особенно за нее. Сас, как ты здесь приехал? Нормально? На раз-два, да? А то. Я ж батька, я на тракторе переворачивался. Ну да, мы знаем, что ты белорус. Собрались как-то в стриме русский, украинец и белорус. Высыпались? Да? Нет, но вышли. Вышли? Нет, но не вышли. Догоняй их. Так ты его складывай уже, этот прицеп распуск, наверное. Я тут хоть проеду? Вы там ручками, ребята, загрузите. Ага. А чё, вдвоём? А, стоп, надо было, наверное, заверх. Вот так вот. Ну, вряд ли сейчас перевернется. Чё, сама цепил, что ли, или она сама? Сама. Ага, отцепляется. Сейчас можно прицеп зацепить. Ой, мамочки. Что тут творится? А, у меня ж прицеп этот еще мой. Прозрачный, наверное. Сейчас я им попробую зацепить, если получится. Прилег маленько поспать. И ты прилег? Не, не хочет. Прилег.
Фоксману нужна помощь. Да Фоксману все время помощь нужна. Фоксман, иди в гараж. Женщина, иди домой, готов есть. Мужики работают. Ну блин, ну я не могу вытянуть. Привет, Павел. Спасибо за подписку. По-моему, если я так понял, не сюда. Ёпта! Я походу упал. Да. Еще этот один. Самый. Да нет, я в мост, короче, упал. В мост? Меня мост съел. А там, знаешь, посредине вот это дичь. А ты этот, ты вот, ну, вправо, влево, да, вправо, влево, и он будет отъехать, да? Ничего себе. Да надо было КРАЗ нормально ладно брать. КРАЗы ползут везде. Надо было грязи. КАМАЗ полярника брать и все. Надо было просто удочку брать и все. О, точно, без нее никуда, Стас. Нерабочая. Да, нерабочая. Особенно не рабочая. Как это не рабочая? Подожди, работаю, все работает. Так, я хоть правильно вообще еду или нет? Слушайте, это лужа тут глубокая, нет? Ты что-то как-то стрёмно в неё заезжай, там не, нормально, я проехал. Не-не, там буквально... По кабину, да? По стёклу. По капот. Да, по капот. По деревья. По брёвна. Это настоящий Алекс Рэш, прям настоящий. Нет, это копия. Фейк. Мы придумали фейка. Алекс, да, и голос подстроили. И голос специально. Как некоторые школьники в КСК говорят, о, ты там какую-то программу включил. Ну, первый раз, когда мы ночью играли, я тоже подумал, что ко мне зашел фейк. Фейк. Когда мы ночью играли, помнишь, что до 4 утра? Я тогда не был. Тот самый, у которого 400к подписоты. Ага, да, тот. Так. Я так понимаю, на вот эту пилораму, на которой сейчас, туда никто не едет, или кто-то едет туда? Я еду на ближнюю. Я не знаю, на какую-нибудь мне надо поехать. Но там 3 пилорамы в ряд стоит. Я в любом случае сейчас до заправки и куда-то вверх. Потому что у меня топливо уже 80 литров осталось. Кстати, туда заправочка нужна. Главное здесь в щель не провалиться в это. На мосту. Я еле выехал с нее. Вы-то там жопами цепляетесь, тут в щель куда-то лезете. Что вы там делаете, ребят? Иди своей удочкой дальше махай. Кто-то удочкой машет, да? Жопами цепляется, удочками своими машет. Люди там в чатике удивляются, что тут Алекс Фреш, а я сам сижу и не верю. А где заправка здесь? Куда она делась? По карте есть, а вроде бы нет. Да, есть, смотри, вот я выезжаю. Только смотри, меня не столкни. Алекс, докажи всем, что это ты. Да как доказать? Я фейк, я не настоящий. Не обманывайте людей. Блин, так я сейчас сюда потом не выйду даже. Да, она там в лесу застряла, эта заправка. Стас удочкой не выловил ее. А я и не пытался даже. Да ладно, не ври. Да, я не вру. Казань брал, Астрахань брал, Бурать меня не брал. Ну тогда ему привет конкретно от меня. Счастья, здоровья, удачи в личной жизни, чтобы был здоров. Люблю его видосы. Это вам, Алекс. Спасибо. Так, а чё, кто на какую заправку едет? Ой, заправка. На заправку. Пилораму. Мы только оттуда. Ну смотри, я могу... Стас, почему ты поехал туда? Я этот, как его... И как оно? Я разведу территорию, вот. Тогда я поеду туда, где сейчас Стас находится, туда поеду и там сдамся. Там где ноль, да? Кстати, сервисная тележка, ребята. Что-что? Тут сервисная тележка. Гаражной там тележки нет? Гаражная есть. Случайно. Тут гаражи рядом куча. Небольшая колея. Аккуратно. 600.
500 рублей? Ты 600 рублей? 600 рублей там? Да. Почему-то... А, и топливо 200 литров. Все, я сейчас лягу, походу. Ложись. Здесь небольшая колея такая, с... размер с Урал. Я просто объеду. И все. Давай на бок. Не бойся. Да не. Сань, ты сюда поешь, куда я, да? Там где я? Да я мешал выехать с колеи, это у меня... Мне интересно, кабина в колее торчит. Прямо на пилораму. Ага, хрен. Чем там вообще завалено уже? Чем-то завалили дорогу. Блоками какими-то. Где вы там кататься? Я не могу. Где катаемся, там не важно, Стас. Ты работай давай. Я рыбу половлю немного. И Фоксману принесешь, он приготовит. Обязательно. Алину, ты же знаешь, что я зедвовый. Наверное. Так. Ага. Ага. Это мне, значит, здесь поворачивать надо. И мне тоже. Так, где твой прицеп, Алекс? Сейчас он почти возле тебя. Сейчас я проеду. Ну давай, короче, едь вперед. Чтоб я его не столкнул. Так, на мазе аккуратно с прицепом, если что. Ты скажи, когда его объедешь меня. Все, объехал. Я знал. Теперь да я объеду, не трогай мой прицеп. Я рыболов хренов. Я твой прицеп шатал. Да ты все шатал, я смотрю. Все прицепы перешатал и удочки. Там осторожно вверху, там тяжело будет заехать очень. Да? Ну, танки грязи не боятся. В нашем случае Урала. Ну, смотрите по деньгам. По 600 рублей. Да, 600 рублей. Так, хорошо, здесь... А, здесь налево сейчас. Вы заметите, там, кстати, написано не L, а R, что есть рублей. Ну, так R чего? Ремонта, а не L. Да ты почитай, там где литров, там тоже написано R. Я почитаю сейчас. Добро, читаю. Вот я возьму и почитаю специально. Вот возьми и почитай. Вот возьму и почитаю. Ё-моё, чё здесь типа 90 градусов? Ой, бьёт кинотеатр. Офигеть, как я тут пролез, я не знаю. У меня тупо Урал шлифует. Что, подняться не можешь? Прикинь, шлифует. Ну сейчас потихоньку сцепление сейчас ловлю с дорогой и все. Давай. Не, на рулевке как-то легче. Тихонечко газ нажал, все. Потихонечку едешь. Офигеть, как на другую сторону переехать? Вол. Перепрыгивать. Не, серьезно? Там река какая-то. Тут дороги нет. Да нормально там, Алекс. Пробуй проезжать, если что, за жопу вытащим. Вы уверены, что там нормально? Да, да я же только что туда приехал. В смысле, я бы туда не приехал? Верил. Я туда Алекс ездил, там уже едет. Ну тогда я, да, я знаю, где он. Он и дальше на пилораму, с левой стороны пилорама. Че, в эту реку лезть, что ли, да? Да, да, Алекс. Это будет на твоей совести. Там если видишь какой-то пьяного мужика с удочкой, то это Стас там. Да ну я утону здесь. Да не утонешь, я же нормально проехал, Алекс. Да не ездил ты здесь. Я сто раз не делал. Да ездил, я тебе отвечаю, вот надо было подождать тебя. Да ни хрена себе. Что, утонул? Да я с кабиной ушел полностью туда. Да ну нафиг. Стас, иди спасай. Я уже далеко уехал. Тут такое течение далеко? Лупит, ну, даже бревна напополам тут загибаются. О, Фоксмен. Фоксмен, можно вопрос? Вы точно здесь да. были по карте? А зачем тебе прицеп от трактора? А я больше не нашел. Сейчас это... Алекс, подожди, сейчас я разгружусь, я подъеду. Я, наверное, еще забыл сказать, что попробую.
Да нет, я выехал, но блин, а как мне тут еще между этими деревьями тут проскочить? У меня-то распуск охренеть какой длинный. Да, наверное, как три краза моих. У меня вопрос, а почему сервисная тележка в воздухе висит на зеле 131? Это так надо? А у меня вопрос, почему туалет в воздухе висит? Стас, там написано это бухи. L, а не R. У меня написано R там было. Да то L такая, господи. Может быть. Что там, надо вытаскивать? Нет кого-то, пока я тут? Или доехал уже, Алекс? Я по лесу еду, я не знаю. Я сейчас могу, конечно, здесь где-то остановиться. Вы лучше точку откройте какую-нибудь. Ох, точка, точка как раз возле тебя находится, там, чтобы открыть. Там не написано слово «неразведано». Кажется, я встрял. Ну, сейчас я подъеду. У меня немножко прицеп упал. Надо ехать, нет? Да я не знаю, просто по ширине здесь не пролажа. В этих деревьях. Я-то выехал из реки. Послушай, нет. Стаса, сделай все наоборот. Я уже обратно выехал. Алекс, так что ты вот на эту пилораму не выгрузил, которая с правой стороны? Так я ж на дальнюю ехал. О, господи. Офигеть, течением просто сносит. Тихо, стой на месте, лебедка. Сейчас я лечу. Сейчас только этот самый заднюю тележку отцеплю. И на всех пердящих парах лечу. Далеко не уплывай. Это как я, Саня, да, тогда? А я понял, когда тебе, Стас, ну... только это самое, не уплыви, раз, три, поплыл, Стас. Слаби лебедку. Тогда жесть была.